Поражение от тракторов в предыдущей встрече подкинуло юлаевским болельщикам дополнительной пищи для размышлений. Пришедшие на матч с ХК Сочи зрители в фойе Уфа-арены спорили о многом, но в одном сходились все. На игру с южанами подопечные Игоря Захаркина выйдут как на последний бой. Поэтому лакомое хоккейное действо ожидалось с особым нетерпением. Салават Юлаев, нужно набирать очки обязательно. Пока еще мало их. И обязательно настрой будет на победу. Лишь бы не было апатии только у них. Я думаю, все-таки ребята еще верят в себя. Главное, не потерять уверенность после стольких поражений. Надеюсь, что выйдут с боевым настроем. Я вообще первый раз в этом варенье. Первый раз вот просто пришла потаращиться, потому что по телевизору еще смотрю. Настрой, я думаю, шикарный будет у них. Потому что за них всегда мы болеем всей душой. Но мне кажется, настрой будет хороший. Юлаевцы, мы вас верим. Вперед! Как показало развитие событий в первом периоде, болельщики Салавата были правы. Уфимские хоккеисты поражали своей нацеленностью на ворота. Только за один стартовый игровой отрезок юлаевцы могли решить исход матча в свою пользу, но сумели забить лишь раз. Этот гол стал следствием ошибки Константина Барулина, но в остальных моментах он свою команду выручил. Продолжил он это делать и во второй 20-минутке, правда, уже в меньшей мере. Зато добавилась работа у Николаса Светберга, который поначалу справлялся, но потом трижды был вынужден капитулировать. Несмотря на такой счет, перед заключительным периодом даже самые звездные болельщики юлаевцев на трибунах продолжали верить в команду. Что творится вот в ложе жен хоккеистов, когда вот такие неудачные отрезки, как вот получился второй период для Салават? Ну, я не буду вам все рассказывать, потому что я на самом деле очень эмоциональный болельщик. И, ну, творилось, ну что, обсуждаем какие-то моменты, которые вслух, наверное, говорить, ну, не хочется говорить. Но надо нашим ребяткам, конечно, как-то немножечко постараться еще. Я думаю, что все будет хорошо, все впереди, и я очень на это надеюсь и желаю удачи. Витавшее в воздухе Уфа-арены напряжение игроки Салавата даже не почувствовали. Их напор и страсть в третьем периоде были видны невооруженным взглядом, но вот удача так и не повернулась лицом к нашей команде. Я с гордостью могу сказать, что парни борются, они нисколько не сдались. Я сейчас с ними на коротке переговорил в раздевалке. Все готовы к реваншу, к следующему матчу. И самое главное, вот сохранить этот настрой, этот несгибаемый дух, нашу волю, наш характер. В матче с сочинцами случилось еще одно событие, которое нельзя обойти стороной. Ввиду дисквалификации Дениса Бодрова, свой первый полноценный матч за юлаевцев в КХЛ провел Руслан Петрищев. Молодой защитник старался и за отведенное для него время ошибок не допустил, хотя и нервничал. Конечно, немножко сказывалось волнение первой смены. Пытался вкатиться, делать правильные действия, через правильные действия входить в игру. Потом, в принципе, все пошло нормально, и как бы ребята поддержали, тренера тоже рассказали, что и как делать, и, в принципе, хорошая поддержка была, и все уже было нормально после первого периода, после первых смен. Двукратное преимущество бросков юлаевцев над Сочи говорит о многом, но мы не будем сетовать на невезение, а скажем лишь, что продолжаем верить в команду. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».